Каюдов. Знаете чё? Знаете чё? Забудьте про чай. Забудьте про чай. Забудьте про чай, потому что у меня есть мандарины. Всё, мне не нужен никакой чай. В жопу чай, как говорится. Таблетоз я сегодня выпила, поэтому... А хотя, подождите... А, нет. Не, не в жопу чай, ещё. Лол. У тебя всего 5-й месяц, у меня ощущение, что уже, блядь, я не знаю, какой месяц. Яс! Лол, а где кек? Я не поняла. Чё лол кек? Давай переподписывайся заново. Где лол кек? Блин, 5 месяцев. Охереть. Почти полгода. Слушай, ты почти полугодовалый у нас. 5-й месяц подписки, да, да. Но не на... в смысле? Не поняла. А, ну да, 5-й месяц подписки, но подписка на канале совершенно не 5-я, да. Да-да-да, есть такое. Есть такое. Такс. Сначала лол, потом кек, потом чебурек, а следующий лол, кек, чебурек. Я тут 20... А ты с 20 августа всего? Господи. Да похуй. Пошли спасать мир. Так, я взяла... У меня есть 5 мандаринов, очень вкусных. Очень вкусных 5 мандаринов. Подождите, вы меня не видите. Так вот, очень вкусных 5 мандаринов. Прекрасных совершенно мандаринов, прекрасные совершенно волосы, которые, кстати, начали отрастать уже, которые ведутся очень странно, но... Anyway. Я пойду сделаю сейчас... Обнимай, хивеешка! Я пойду сделаю себе все-таки чай, потому что я посмотрела на чашку, подумала, о, там есть чай, сейчас выпью, взяла, там чая нет, ни хрена, естественно. И мы пойдем в Амскерт. Но я хочу заметить очень важный момент. Очень важный момент. Амскерт за один стрим мы не пройдем. Понимаете, да? Теперь можно и... Вот теперь. О, вкусный гранат. Гранат офигенно. Гранат офигенно. Так, в общем, сейчас приду, походите. Это можете тоже как раз чаю взять себе вот этого всякого говна. Логично, да, но заказ брошенного-то на один стрим. Пока вода фильтруется. Кажется, нас наебали. В смысле, нет. Знаете что, пока у меня вода фильтруется, я хочу переделать немножечко фильтров на этом. Друге-товарище. То есть Абьюз поступил хитро и купил за 25... В смысле, купил за 25 тысяч несколько стримов. С чего бы вдруг? С чего бы вдруг?
Он купил один стрим. Ноли-то уже. Да у меня не ноли-то еще. У меня Таха. У меня сцеживается. Вода фильтруется. Главное, чтобы опять нахерачили по несколько клипов, где ты орешь тихо, как от той доски. Наиболее тут абьюза, походу. Что Сим заказал Симсов, и мы играем их вторую неделю, никого не смотрит. Так это так работает. Ты заказываешь один стрим в надежде, что стример торкнет, и он продолжит дальше. Но я сомневаюсь, что Амскерт меня торкнет. Мне нужно... Мне нужно подавление шумов, по-моему, поднять. Я сейчас, короче, сделаю... В общем, я сейчас изменю штуку, вы мне скажете, поменяется ли что-то... А что тогда абьюз хитрил? Я не знаю, что абьюз хитрил. Я не понимаю. Ну, то есть, Black Dragon что-то решил, что абьюз схитрил. На самом деле, абьюз ничего не схитрил. Здравствуй! Здравствуй, добрый, милый человек! Здравствуй! Приветики, привет, Стэнлос. Стало хуже. Да я, блядь, не меняла еще ничего, стало хуже. Иди. Хуже ему стало. Вот теперь я поменяла. Да, ну пока. А, ну да, ну пока не стало. Хитрилио. Сижу, очень расстраиваюсь на новом моем фитнес-браслете. Да, Натах рассказала, на фитнес-браслетике царапки появились. Жалко. Чатик Ютуба не подключается на экран. А, да, там очень херово все работает. Чё, как вы? Как у вас сегодня денёк? Я сегодня в больничку ходила. Да. Всегда жалко, когда у тебя новая техника, и на ней появляются какие-то царапины, вот это вот все. Ты еще наиграться не успела, а уже царапки. Ладно, там, когда ты уже какое-то время поигрался, царапки эти такие, жалко, но Окей. Надо, когда новенькая, совсем обидно еще. Издалека начала... Вот, я начала издалека для того, чтобы продолжить, что мы сегодня-то поиграем. Не факт, что мы закончим в ближайшее время. Спустя 20 минут Вика. А, все, стрим закончился. Бля, раскусил меня. Звездные войны сегодня смотрела. Как тебе? Придет часть-то через Twitch. Придется. А ты на Ютубе смотришь, да? Когда на моих клинках появляются царапки, я просто делаю stone wash, но к стеклу... Так, момент, это откуда? Это что такое? Я сейчас приду... Чай. Сейчас я... Ну то смотрите! Такое себе. Всё. Сразу посоветовали пленку бронированную. Ну вот Натахе, видишь, не посоветовали. Угу. Видишь, хорошо, что есть эта пленка. И что ее можно повесить. Может, реально можно полирнуть это стекло чем-то, чтобы снять, типа, слой этих... царапок и поклеить новое. Не новое, защитное. Буду сидеть на Ютубе. Ну давай, хоть так. Так, огурцы я съела уже. Я настолько ими пропиталась, что я просто... Я вчера их съела. Сегодня проснулась, у меня пальцы огурцами пахли. Так было приятно. Сегодня у нас мандарины. Сегодня обзор на мандарины, и они охерительные. Они сладкие и легко быстро чистятся. Что еще можно ждать от мандаринов, и у них нет косточек. Ребята,
Это топ просто. Это топовые мандарины. Просто лучшие 10 из 10, ребята, советую. Ты жуешь косточки? Серьезно? А чего еще ты жуешь косточки? А яблоки ты как кушаешь? Что у тебя после яблока остается? И ешь ли ты косточки в гранатах? Манго огонь, да. Стрим с задержкой в 60 секунд. За манго спортзал, за стеклом светит. Мне всегда, ну я свою маму тоже к стоматологу вожу. Это всегда так нравится. Раньше тебя мама водила к врачу, а теперь ты берешь маму за ручку и ведешь ее, сидишь. Потому что она, посиди, пожалуйста, мне страшно. Ну все, иди я здесь. Конечно. Даже у персиков орешки. Я у персиков орешки колола всегда, когда ела эти персики у бабушки. Потому что у нее была специальная там... Я брала топор. Брала этот... как называется? Кусочек пня. У нее, короче, было срублено дерево, этот пень. И я сидела и топором с задником колола эти косточки, чтобы они раскрывались. Вкусно, только, по-моему, их много нельзя. Колода, наверное, да. Я не знаю, как называется. На свои часы прошивку накатить неофициально, в которой много штук прикольных. С этими часами прикольно, да, что там есть всякие свистелки, перделки. Удалять зубы будут. А, я поняла. Да, удалять стрёмно. Удалять. Хотя, если врач хороший, ничего не стрёмно будет, если не сложно. Я сейчас приду. Готовилась я картоху. Когда я готовила картоху, я пыталась взять крышку от сковороды. Крышка выпала, и теперь у меня есть крышка от сковородки, расколотая ручка от крышки от сковородки. Ну, значит, неудачно прилетела крышкой, ручкой вниз. И вот это вот все. Так. Попробовать отполировать на пастигое, если гравер имеется. Ну вот, я думаю, Натаха завтра спросит, чё как. Можно, пожалуйста, подготовь? Два раза больше, да, 22 стеклянные крышки. Причем что поломалась не крышка, понимаешь? Крышка стеклянная, она осталась. У меня раскололась именно ручка сама. Она такая... И все. Ну, крышка осталась. Надо будет что-то придумать с ней. Что-то порешать, что делать. Ну хорошо, хоть да, хоть крышка не раскололась, потому что так я ждала, что крышка расколется. Раскололась именно ручка, но она была пластиковая, поэтому было неудивительно, что такое произошло. О, господи, хрустит. Все ожидали предательства от крышки, но не от ручки. Совершенно. Так, мы перекатываемся сюда. Зумич, снова тебе здравствуй. Шалом. Ручку от крышки отдай Ксардус, он подобное добро точно собирает. У него там осколок, который... Тесака был здоровенный гаечный ключ. Не-не-не-не-не. Привет, киберхип, но не. Так. А еще я сегодня ходила к врачу, и теперь я молодец, у меня есть запись, ну, в смысле, я прикреплена к доктору.
не просто как говно в проруби, а я прикреплена к доктору. Ей. А, так, игра у меня не захвачена. Не Айнане, вот это вот все. Поэтому. То есть, как я не хочу, вы бы знали! Хотя я думаю, что мне, наверное, будет проще на самом деле захватить экран, потому что здесь же будут всякие всплывающие штуки, чтобы я вам их просто сразу показывала. Должен был быть холодец для рифмы. I suggest you to read this, because it's really important to do so. Press E to proceed. Давайте я... О, а вот папочка появилась. Давайте я вам расшарю экран. Просто-напросто. И мы не будем париться. Сейчас. Вот папка уже, видите, да? I'm scared. Все, блядь, готово. Да, вот оно. Вот так вот. Настало время страдать от пиксель-хоррора и плохого... Добро пожаловать в Амскерт. Это первый и последний раз, когда вы сможете прочитать это... Когда вы прочитаете это, сможете прочитать это сообщение. Я советую вам его прочитать, потому что это очень важно. Нажмите Е, чтобы продолжить. А в каком конкретно... Вот в этом. Ну, то есть, вот здесь была прикрутка, и вот эта хрень отвалилась. Тынь. Это говно на самом деле еще можно заклеить, потому что оно не раскрошилось, а там таких три куска. Вот, ну. Нормальное освещение, Вика, видно. Затягивание. Тихо. Вика готова чинить на стриме сковородку, лишь бы... А крышка стеклянная, там была крышка, в крышке в середине дырка, в этой дырке был этот, бдунь-бдунь, болт, шуруп. Я просто чопик от вина прикрутил, как вариант, кстати. Стеклянные крышки, металлические ручки. Я думаю, что сломается первым. Чтобы корректно работать, Амскерт создал папку на рабочем столе. Пожалуйста. Убедитесь в том, что папка всегда там. Если папки нет... то у нас проблемка, и, может быть, вам понадобится вручную ее создать. А, насколько вы можете знать, аудио — очень важный аспект игры. Пожалуйста, используйте свои наушники или звук средне-высокогромким держите. Квантовым дроблением можно приквантить от шампусика чепик. Чепик лучше в виде грибочка. Думаете, будто у меня тут шампусик стоит на самом деле. Перед началом мне нужно... I need you to know that this game will try to deceive you. Мне нужно убедиться в том, что вы в курсе, что игра будет пытаться обмануть вас настолько часто, насколько это будет возможно. Если что-нибудь странное будет происходить или игра будет крашиться, пожалуйста...
чекните эту папку на рабочем столе, на всякие, проверьте, не произошло ли там чего. Мне очень жаль. Этого не должно было произойти. Я не хотела, чтобы все вот так вот повернулось. Прости меня. Сука. Сделаю потише. Окей? Го? Вы скоро будете играть. Перед стартом... И я, как леди, говорю ей уйти, пожалуйста, нахуй. Ага, эта часть учит нас стандартным... Ага, это нажать. Из приседания бежать нельзя. А, погромче? Что значит погромче? Мне очень громко, на самом деле. Не true horrorist, слышь? Вначале как-то огребала джумскеров, да. Interact by pressing E key. The gate is locked. Ребята, слишком громко. There is a flower. Crouch by pressing control. Вы собрали красный цветочек. Передай этот цветочек. FBI, open up! Идти, бать! Простите. Смешно ему. Бежать в приседе сложно, могу подтвердить. Майнкрафт. Press E to begin the experience. Блять. Видел эту игру, если та, то неплохая. Ну... Но... Заставка лабиринта из Windows 95. Чпунь. Чпунь. Да, как же давно... Простите, как же давно мы не видели Whitefaceа. Так, the first key. Окей. На этом месте мог бы быть первый Doom. На этом месте мог бы быть, я не знаю, какая-нибудь игра с возможностью собирать кучу лута. Например. Прохождение Крабаракса можно засчитать, как подобрать? Нет, нельзя. Привет. Первый Doom так интересен. Собрать кучу лута. Слендер? Нет. Не Слендер. Вполне себе стандартный этот, как его зовут? Привет! Стандартный... Что-то я прям не знаю, слышь? Вообще-то стрёмно. Вообще-то. И все прекрасно знают, что я в это играть не хочу. Я боюсь.
Я помню, что здесь что-то должно быть. Мне так интересно, как тот пиксельный... Как пиксельный симулятор ходьбы, я что-то... Подожди, ты еще не в курсе, погоди. Пиксель не бояться. Кстати, для разнообразия можно слендера как-нибудь. Ощущение, что здесь что-то должно было быть. Ты не помнишь, какие будут видосы на ютабе показывать? Еп, твою мать. А? А, окей. Контроллеры страшнее. Тут по большей части напряг идет именно из-за того, что ты дальше 2 метра не... Да, тут напряг именно в том, что ты дальше 2 метра не видишь, и что у тебя вот это вот хихикало. Причем, что он же не пытается сделать себе на самом деле навредить каким-то образом. Он просто, ну вот, ну типа... Блять, я сейчас обосралась, минутку, у меня сердце остановилось. Да, будут ссылки на видосы кидать. Время слендера не наступало, хорошая идея, но не реализована качественно. В смысле, а как ты думаешь, ее надо было реализовать качественно? Так, ну в общем... В общем, короче, первый краш, естественно, нам нужно с почином смотреть, что у нас. There is a way to turn an entity into data. They have a life of their own. Короче, есть способ превратить сущность в данные. У них есть своя собственная жизнь, и очень сложно отличить их от обычных компьютерных файлов. В нашей ежедневной обыденной жизни, пока мы сидим за компом, эта сущность нас изучает, наблюдает за нами и изучает каждое наше движение, каждый наш страх. Игра простая. Дотрагивайся до стрелочек. Если тебя поймают, то ты проиграл. Звук предупредит о его приближении. Это whiteface. Ладно, я не буду этого делать. Так, будем запускать. Hello, do you know my name? Качественно это не кривым графоном. Да ладно, качественно можно и с кривым графоном быть. Пикабо! Вот надо играть на сервере с дорогущей большой базой данных спецслужб. Тогда такие синие экранчики бы реально пугали. Не в графоне дело, был же слендер с нормальным графоном платный уже. А слендер бесплатный? Я помню эту хуйню! Блять. Я помню, как... И еще я помню, помимо этого... Я помню, как страшно мне было в первый раз вот эту первую часть проходить. И как я очень долго там шарахалась. Там хэдкраба нет, там нет хэдкрабов. В Слендере нет геймплея как такового, как и во многих других хоррорах. Потому жанр, хоть имеет определенную аудиторию, но все же гораздо более уместен в сфере кинематографа и имха. Мне кажется, большая проблема опять. Мы как-то обсуждали это, ну, по-моему, до твоего появления в наших жизнях, что очень часто в играх просто не парятся над тем, чтобы сделать атмосферно и крипово. Тебя пугают джампскерами основную массу времени. Let's play tag! Ебись ты конём. Thank you.
у меня мураши от этого бегут. У меня мураши бегут от этого говна, понимаете? У меня аж прям... Надо было посмотреть, что там написано. К абьюзу на YouTube давай. Надо сейчас... У меня аж прям собирается все в кучу. Хороший звук для Бу. Help. Я не помню, что тут делать и как тут делать это. I live, I die. I live again. Да. Тут нужно найти ключ и выйти в дверь. Что это, я не знаю. Вот эта дверь. Нужно найти ключ. А, обойти все вот, всю вот эту хуйню надо обойти. Мне все, по-моему, хуйнюшки эти надо обойти. Все открылось. Я не помню, где оно. Вот оно. Слышишь звук? Убегай. Примитивно уставившись, собери 10 записок, 5 предохранителей. I love watching. Я люблю наблюдать за тобой. I did it. Дверь закрыта. Чего там написано? One. How to play? I'm scared. Вот оно. To play I'm scared, you just have to think outside the box. To do so, I've made an example just for you. Let's pretend that you're stuck in a room. And you need a heart to exit. Looking around, you'll find a key, and with that key, you'll be able to open the closet near the exit door. You won't find anything. Слайлинкс, привет, Бублик, как ты? It'll take some seconds, though, to understand that while you were exploring, a passage has opened behind you. It takes a small effort to be involved. Are you? Brave enough. Нет, так не должно быть. Он должен, по идее, подхватывать комменты с этапа. Прям около тебя, да, это пиздец. Я не люблю именно момент, когда меня догоняют. Когда вот тебе на пяточки наступают, это вот все.
Чё как, Сладинкс? У лифта крыша поехала в су... В смысле? У лифта крыша поехала. Не знаю, по мне говорит, что это примитивно и не к месту, как утверждать, что в шутерах толпу врагов необходимость безудержного отстрела. Это просто без фантазии. Собрать столько-то... Собрать вот эти вентили, собрать то, собрать все, это, ну, какие-то настолько уже набившие оскомину приемы, что... Воу-воу. Не подхватывает. Вот почему Абьюз хотел гейтки. Сказал, что будет смотреть на Ютабе и печатать в Твич. Я страдаю. One of... Один из них лжет. Гоняя эндерменов потихоньку, но в целом конец 19-го, начало 20-го пока что довольно так себе. Посмотрим, что еще будет. Чего? Но я надеюсь, что оно у тебя чуть-чуть поправится со временем. Ого, шо, блин. Так, ну сердце у меня, кстати, по идее есть. Эндерменов ты подожди, ты в Майнкрафте эндерменов гоняешь? Или где-то еще есть эндермена. Тихо. Надо понять, что я здесь самое страшное зло. И перестать бояться. Чувствую, что если только это брать, то да, но это я и называю кривой реализацией. Вы использовали пульсирующее сердце. Конец. Нажмите Escape, закрыть, чтобы закрыть игру. Gotcha. Сука. Медленно попался. Прости. Оно тебя не отпустит. А мне не нужно было говорить тебе продолжать. Следуй моим инструкциям. Не позволь внешнему виду игры, ну, да, внешнему виду игры обмануть тебя. Но если вещи меняются, оно прибывает. Попробуй сбежать. Я не только себя имею в виду, в целом в мире все пока что довольно хреново. У меня ощущение, на самом деле, что, ну, у тебя не начинаются вещи с начала Нового года, они у тебя плавно продолжаются с прошлых. И так каждый год. Что, я видно, в 19-м тоже была какая-то херня в самом начале, что заканчивается херово, что начинается херово, ну, как бы... Оно все длится, оно не просто вот так вот. Зашел, нажал на пятерку, он едет. Хочу выйти, смотрю, не мой этаж. Думаю, может, сглючил, нажал пятый, он едет. Проезжает пятый, становится на третьем. Опять нажал пятерку, наконец довез меня до пятого. Бля, я бы на таком... Я бы сразу вышла просто на шестом. Я очень боюсь такой херни, когда лифт начинает себя вот так вести. И я просто... До свидания, я ножками дойду. Тебе здесь не место. Ты всегда пешком? Not to see? Еблысь. Вас издаст.
граммофон. Аломаджи. Тихо, блядь, вы мне чат не даете прочитать. Плюс-минус перепутал. Вообще не понимаю этот праздник. Шованный крот. Да, примерно так. Думает, что это что-то новое. Я на 11 каждый раз, у меня был период, да, все, буду ножками ходить, но я на 11 так, на 11 так задолбываюсь ходить ножками. Так, где-то здесь должен был быть спуск, по-моему. Или нет? А мне интересно, я раньше, наоборот, если застрял, старался починить его. А! Просто условность, способствующая лучшей фиксации. Ну да, на самом деле, там Новый год и все вот эти праздники, это, грубо говоря, условность, но просто, типа, ну... То есть всегда эта хрень, всегда эта хрень. То есть каждый, я помню, что в каждый год была какая-то такая хрень, что у тебя год начинается каким-то хреновым образом, или он заканчивается хреновым образом, но... Жрать будешь меня? Нет? Слушайте, это женщина, что ли? Завязана? Что происходит? Ну так в целом, конечно, да, это просто... Просто условность. Так, я не понимаю, что мне здесь делать надо, я застреваю. Да, скажи, приятненько хлюпает. Из-за черного кажется, что там провал, а это стенки сраные на самом деле. Посмотри, это и мадам в лицо. Это стенки, да. Ну что, видишь, она перегораживает. Оп. Оп. Пока что 2020 побеждает. Возможность третьей мировой, цунами, вулканы, пожары, землетрясения, вирусы. Если бы я помнила. Я просто 100% уверена, что предыдущие года были точно такие же, какой-то из предыдущих годов. Был точно такой же по насыщенности. Цунами, извержение вулканов, всякие вот эти вот гриппы, эпидемии и прочее-прочее, когда тебе нужно что-то там где-то подприкрыть и прочее. Просто, бля, ну реально, ну... This is our life now. It sucks. But... А летоисчисление в целом, праздники еще с языческих времен. Что есть Новый год в сущности, завершение одного временного. Ну да, да, я согласна. Я согласна и не буду спорить. Даже не буду пытаться. Внезапно вспомнил какой-то минималистичный хоррор в белых коридорах, но не помню название. Я столько точек не ставил! 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 А это все White Face. Еблысь! Ты, блядь, комета, что ли? White Face. Я не помню, что тут делать, ребята. А через этот не проходит. Накастуешь. О, бутеров с сыром. А ты их греешь или нет? Слушайте, через говно это проходить могу, а через... Я не знаю, что здесь делать.
папки ничего ли нет. Вот примерно каким-то таким образом я в прошлый раз игру сломала, на самом деле. Мы ее не допрошли не потому, что было страшно, мы ее не допрошли... Ты, может быть, не заметил, но сейчас кое-что на экране было. Но ты, может быть, не заметил, потому что это было слишком быстро. Слишком быстро и слишком ярко, поэтому... Но если не заметил, скажи, я тебе еще раз покажу. Название не помню, не знаю, стоит ли искать, может, совсем по-другому. Выйти из игры и зайти обратно. Ты не заметил. Но ты попробуй горячие бутерброды, очень вкусно, Стейнлесс. Дай мне посмотреть. А, лол. Я вообще не заметила. Так не вам показывалось. Лол, и правда гляньте. Я балла-ля! Тонгс. Блять, я помню, что здесь потом бежать надо будет. Викуля, молния просто, скажи. Ключ номер один. Сейчас, подождите, я посмотрю, что еще здесь есть. 258. Молния Маквика, да. Ты не должна быть здесь, поэтому ёбывай нахуй на другой левел. Стрим — это публичное пространство. Имеем право видеть, видеть, если не заметили сразу. Ну все, нет. По-моему, здесь надо будет потом убегать. А я... Короче, здесь что-то стрём, прям пипец будет потом. Номер 8. Привет. Ты уже все. Нет, мне все еще страшно. Я не хотела этого делать. Понимаете, пиздец, этого не люблю. Каков вот пиксельный страх? Очень страшно, между прочим. Ты хихикаешь? А мне страшно. Между прочим. А ты хихикаешь. У меня прошла ассоциация с наступанием на Лего. Не знаю. С наступанием на Лего только если вот этой точечкой. Вот этой. А ломик или топор выдадут? Нет, к сожалению. Мне нужно каким-то образом что-то либо открыть, либо еще что-то. Ненавижу прятки, ненавижу, сука, догонялки. Простите, все это дерьмо ненавижу. Иш идет играть. Пошлите, может, Иш посмотрим. Прыжок вверх, только в телеге вместо сена оказывается Лего, да. Так, ребята. Ребята.
I don't get it. А! О! А! Спаси, помоги мне. Я не хочу умирать, я испуган. Будто попал в бюджетную версию офисных карт Half-Life. Чё там, семерка у меня была? Я не помню. 2, 5. Это моя комната. Видишь, как здесь темно? Холодно здесь. Но я могу смотреть на тебя. Посмотри на меня. Ты боишься? Тебе страшно? Мне страшно. Бись ты конём, бляшечки. Ты достиг конца. Но ты не можешь отсюда сбежать. Останься со мной. Я всегда буду здесь. Смотреть на тебя. А, боюсь, что не могу позволить себе сделать это. Корми меня. One of them is her. У меня куча имен, и одно из них она. По лицу видно, как Вик кайфует от всего происходящего. Дополнительная озвучка, да. Оно живое, настоящее. Оно снова меняется, как в последний раз. Какую форму оно примет в этот раз? Это всего лишь... призрак обмана. Мне не нравится эта игра. Но я помню, что у нас однажды была супер прекрасная теория. Супер прекрасная теория, которая оказалась неверной, но... Думаю, Наташа с Абьюзом ее помнят. Ну, в смысле. Достал элитру и кучу шалкеров. Можно считать Майнкрафт пройденным? Я так далеко в Майнкрафт не играла. Not to see. Game ended. Heaven's Door. Master Tag. Master Tag, видимо, пройти без смерти, ну, без выдетов игры в Пикабу. Thanks for staying. Пикату. Lucky ticket. Поехали. У меня просто, у меня сжимает полностью всю грудину, и начинаются мурашки, мне прям волосочки встают на руках. Не люблю такое дерьмо. Можно ведь некролог заказать, сука. Блять.
А я думала, чё ты тупишь? Чё ты не заказываешь некролог? Ну, вообще, типа, да, можно. Ну, то есть он же... Можно его, конечно, вынести из брошенных. Там, а вы вообще не смотрели, что у меня в дропнутых? Вы вообще не чекали? Потому что там же куча всякого дерьма. Do you know my name? Я хз, мне кроме Фури ничего в голову не приходило. Да там куча всего. На самом деле. Там куча всякого. Ты почекай. У меня там штук 60 дропнутых. Опять парк! Оу! Орнат! Как играть? Пожалуйста, тихо. Если я правильно помню, здесь нельзя бегать. Я коплю, зачем мне чекать? Ну, не знаю. Здесь нельзя бегать. И вот здесь я не помню, есть ли здесь концовка на самом деле. По-моему, нет. Блин, Abuse и Nightmaxis одинаково зеленые. Она. Под картиной была скрытая кнопка. Дверь заперта. В честь Ктулху. Оу. Она потом будет гоняться за мной, по-моему. Кто это сделал? Бесплатные факули вам. Ну, у меня же! Ну да, кстати. У тебя октопуса... Абьюз. Пиано ки? What do you mean? Почему не показывает? Он у меня и в ОБС, кстати, не показал дамбушку. Вы использовали пианинковый ключ. Я в прошлый раз тоже мимо тебя шла. Пудово. Ты именно в этот момент глаза подняла. Не стоит, в принципе, здесь глаза поднимать. Shit! Не стоит, в принципе, глаза поднимать, потому что в жопу это дерьмо, серьезно вам говорю. Просто в жопу нахер. Она пропала с картины. Охеренно. Ну, естественно. Наташа вовремя пришла, да. Okay.
Jesus fuck. Кровушка. Ты постиг в инстаче, я понимаю. Селлар. Прекрасно. I need a rope. Нам нужна веревка, чтобы добраться. Подозреваю, что это вот эта дверь. Одиннадцать, один, два. Я не помню, что здесь надо было делать. А. 4, 8, 3. Надо пойти посмотреть красный, желтый, синий, зеленый. Красный, желтый, синий, зеленый. Нужно, по-моему, найти цифры. Сейчас мне будет жопа. Красный 11. Красный 11. Синий 2. 14, зеленый и желтый 1. Правильно, это же единичка. 11, 14, 2, 1. Чуваки, у меня к вам одна просьба. Разговаривайте со мной, пожалуйста, потому что я сейчас в таких обосрахах. А еще летаешь ты в Майнкрафте почти что. Вставляйся, фейерверки сзади, серьезно? Так, 14 зеленый, синий 2, так и есть. Здесь 1, а здесь 11. Ну, в чем проблема? Нет. Я всегда восьмерку поставлю, а там шестерку, извините, что-то. Надо разговаривать, то я могу уснуть. О, тем более. Надо говорить, иначе у нас на Netmax уснет. Каких обосрахов? А вот как есть, вот такие обосрахи и будут. I want help for the work. Не, слушайте, ничего не поменялось, но значит, у меня там все правильно стояло. В смысле тогда? И я не помню, что здесь делать надо. Я не помню, что здесь надо делать. Минутку. Кто-то позвонил хрипящим голосом, сказал, чтобы я молчал на стриме. Я ничего не знаю. Можешь перезвонить ему обратно и сказать, чтобы он пошел в жопу. Как свинка не пугает. А я просто пока что не боялась. Поэтому... Должна открыться дверь. Селитра? Или что такое элитра?
И фейерверки в руках летаешь, пиздец, блин. Прекрасно, конечно, ничего не скажешь. Во, и Райган будет спать. Ребята, нет времени, нужно разговаривать. У нас бойцы падают. У нас бойцы отпадают. Слышите? У нас бойцы отваливаются. Вы что, так нельзя? Какой-то был секрет, только я его пипецки не помню. Откидываются, и это тоже. Я помню, что потом в конце где-то херня будет с вот этими вот делами. Потому что я ссала и бежала. Бежала и ссала. Но вот вообще без понятия. Ну что, я же правильно все... Ну да. 14, это же 14? Нихуя непонятно. Слушайте, эти ваши пиксели. Элитра крылья, которая... А, вот оно что. Да, Керт, скучная игра, видимо, видимо. А что не скучное? А что не скучное? Пройти быстренько, забыть, и Вика что-то боится, не пойму, вообще, чего тут? С чего бы, блядь? С чего бы, блядь? Может быть, количество, а не числа. Два, три. Может быть, кстати. Погоди. Желтая все еще одна. Красных. Раз, два, три, четыре. Пять. Красных пять. Синих три. А зеленых три тоже. Нет, зеленых четыре. Так, зеленый раз, два, три, четыре, синий раз, два, три, желтый одна, красный раз, два, три, четыре, пять. Давайте попробуем. Кирпичи в край, блять, кирпичи в край. Край эфир мы прошли, кстати. Мы прошли край эфир. Мне не понравилось. Мне не понравилось, я доигрывала прям с таким, знаешь, вот. 5, 1, 7, 3. True story. Don't touch me. Don't touch my tra-la-la. Мы сейчас пойдем, она там будет во всех этих. Ков, как много с ним связано. Как много воспоминаний, как много эмоций. Эх, эх. Теперь мне нужна тонна пороха, 10 тонн бумаги! Подожди, а зачем тебе это все? Да нахуй! Поехали! 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 Нет! Нет! Блядь, все волоски, сука, встали! Блядь. Единственный хоррор, в котором даже я пару раз вздрогнул, правда, от неожиданности, но все же, охереть. Ну как вы не боитесь? Бумага плюс порох. А, это фейерверк. Do you speak it? Пиздец, блин. Слишком сломанный, хотя я думаю, еще мод заказать какой-нибудь. Но если он так же сломан будет, то нафиг. Стесняюсь, прям. Вот тут очки! Вот тут! Волоски повставали! Кстати, на затылке тоже. Булочку вставили. Бля, обосраться можно. 10 тонн бумаги. Охереть, блин. Сейчас, пойдите, я попью, чтобы обосраться можно. Сука. А ков слишком затянутый. И слишком... И... Я просто на него злюсь, потому что он вынудил меня оставить все мое оружие...
когда там была школа, это надо было в школу заходить, школа или больница, школа. И там надо выложить все оружие, потому что тебе нихера не влезает в инвентарь, собака. А еще у меня не было звуков выстрелов в игре, поэтому каждый раз, когда на меня кто-то выскакивал, он выскакивал всегда неожиданно. Ой, срань. Интересно. Согласен, от инвентаря я тоже не в восторге. Крайне неудобно. Что у тебя за 6 всего слотов? У тебя 6 слотов, один из них занят телефоном, и один шприцами, один там, ну как бы, говно. Говно. Просто говно. Куда, блядь, бежать-то, алло? Игра! В своем уме? Да в смысле ты не можешь позволить мне сделать это? Чё она от меня хочет? Непонятно. Но мне каждый раз прям неприятно. Это не достижение выскакивает, это выскакивает. Получите доступ к сообществу. О, ебать. К сообществу Steam. Ой, я подсмотрела что-то. Я не могу позволить тебе сделать это. Зато мы получили новую ачивку. Обманка, достижение Game Ended. Есть, есть же еще надо в игре достижения. В игре достижения... Нет, это не оно. Не стимим во время бега. Окей, сейчас гляну. Достижение Game Ended. Зарплату, естественно. Что он от меня хочет? Возмутительно. Возмутительно. Ой, подождите, минуту. Нет! Стойте, нет! Отмена миссии. Дай! Я просто не хочу играть. Я просто не хочу играть. Где Амске? Вот. Я просто не хочу играть. Вот и все. Именно в игре, когда мимо столика пробегаешь. Есть доступ к сообществу, ебать. Получите, можно мне тоже в сообщество. Звучит забавно, Вику понесло. Это пиздец просто, ребята. Нам нужна команда Aborda Mission, Aborda Base, 100%. В сообщество 100% должны входить бельгийцы, которые погибли, когда летевший через пол Европы без пилота советский Вику. Доступ к сообществу жопоруки и рукожоп, и ты, мне кажется, слишком к себе строг. Close here. Запущу. Да, сейчас запущу форматирование жесткого, переустановлю винду. Прости, пожалуйста. И все вот это вот. Сука, посмотрите. Вроде сидерпью я. Ну да, не зря ж мы двуликая. Поехали. Ла-ла-ла-ла. Нельзя бегать. Даже коты не приходят. О,
О, ребята, помните наши... Наташа, Наташа и Абьюз, вы же помните, какую мы прекрасную теорию строили про брошенную деву или что у нас там было? Что-то такая какая-то гениальная херня у нас была. Твою сука мать! I found a way to help you while in game. Reduce the window nice, with human. F4 key and check human. The game folder for here txt. The solution lies there. F4. Еп, твою мать, серьезно что ли? Дай мне мышку-то, алло. Еп, бать. Мне не нужен! У меня есть второй экран! Ха! Бич! Bright Bird. Да, что-то такое было. Один недостаток двуликая уже набирает браузер. Хуже дофига. Вы уже миллион недостатков набирать неудобно. Не видно сразу в списке. Возмутительно. Все-то вам не то, все-то вам не... Locked. Это... Для чего-то нужно было, но я не помню для чего. Вот это locked. Оно появилось, походу, вот только сейчас. И нам вот это locked нужно поменять на open, по-моему. Так, мы прошли раз, два. Сейчас я чуть-чуть вернусь, чтобы вот эту хрень мы обошли. И дошли... Дошли вот сюда. Читерство, что не меняешь? М. А, господи. Странная привычка веб-разрабов. Разраба. Набирать сайты и айпишники в браузере. А, вот оно что. Так, мы... Блядь, вот. Здесь мы прошли. Поворачиваем. Поворачиваем. Сейчас будет проход узенький. Теперь у нас... Так. Вот здесь тупик. А вот с этой стороны у нас проход. Да. В свое время у нас с друзьями была гипотеза о том, что все разговорные темы неизменно сводятся к говну. Удивительно, но спустя более 10 лет она по сей день не перестает находить. Естественно. Все так и есть на самом деле. Это прекрасная теория, которая да. Еф. Или к членам, да. Хуистик! Gate is locked. Вот, а теперь... Никакого мата, хуята. Все культурно, блять. Что это такое? Здесь уже кому что ближе, видимо. Не, про роллинг и курение, у нас же не всегда роллинг и курение, а вот говно всегда фигурирует. Говно и хуи. Don't be deceived, the other one. Не будь обманут, другой обманывает, врет. Follow the instructions. А, вот здесь проход.
Вот эта херня, из-за которой мы потом догадки, теории строили. Используй карту, найдешь ключ. С этим ключом ты сможешь уничтожить замок on your game folder that is keeping the green gate locked. Но ведь вот это я могу вполне себе сменить locked на open, нет? Так, almost forgot, this is this list will be useful later when you find the mirror. Окей, нам нужно вот здесь найти где-то с бачка. Что? Прямая цитата нашего незабвенного старшего. Лаерский пил хуй говной муравей. Вот. Ни хрена кто-то опыт. Да. Игра на самом деле, я не помню, она, по-моему, сделана одним человеком вообще. Ебись конем. Thanks for stay. You're welcome. Подождите, я не шарю сейчас. Она сделана одним чуваком, он прям реально упоролся. На четвертом фонаре. Гейт в смысле. Раз, два, три, четыре. Если вы вдруг увидите какого-нибудь человека, который упорно бьется башкой в, там, в окно, в дверь, в куда-то. 100к. А у тебя, проверь, есть 100к? О. Не, в смысле, да, максимум 10к. Gate is locked. Попробуем, давайте... Я не уверена, но, может быть, нужно открыть этот гейт? Потому что мы взяли ключ, спустились. Я сейчас сломаю игру опять, смотрите. Сейчас смотрите, как я прекрасно сломаю игру. Так, открыто окно. Сейчас пробуем еще раз. Та же самая херня. Locked. Там что-то написано. Не вижу, что.
Ключ от лабиринта. Мы подобрали ключ от лабиринта. Gate key is locked. Раз, два, три. Здесь где-то. Проход! Был. Ключ от лабиринта. Вот здесь эта дама. Вот здесь все еще этот gate is locked. Женщина, простите, пожалуйста. Я помню, что здесь по вот этому говну надо было ходить. Фу. На вас. The gate is locked. Но, блин, ключ от лабиринта у меня есть. От лабиринта куда? Какого? От лабиринта зачем? В смысле, здесь только один. Раз, два, три. А, вот этот четвертый. Здесь же больше нету дорожек. Схватил нож на всякий случай. Ты тоже с собой нож таскаешь всегда? Found a way to help you while you всегда. Что с вами не так, люди? Ладно, я тоже нет. Абьюз. Абьюз носит с тобой всегда нож. Я нет. А даже баллончик перцовый не всегда с собой таскаю. Хорошо, про нож говорить. Нормальная, вообще, ничего странного. Нормальная, естественная, естественная реакция. Нож — инструмент хозяйственно-бытового назначения. Меня просто радует, как часто вам пригождается нож вне дома. Прям шок. Я уверена, что вот с этой дамой надо что-то делать. Но я не знаю, что. Не понимаю. Мне кажется, я опять сломала игру. Если честно. Давай, Славинкс, хорошего сна тебе. Спасибо, что заскочил. Пока-пока. Снова locked. Казалось, что в этот момент надо в зеленой версии вернуться в начало локации, сама я возвращалась, там ничего нет. Помню, на работе как-то спросили, зачем я нашел холодное оружие, и что ты им ответил.
Ну, я в смысле, я знаю, что ты им ответил, ладно. Ха-ха. Слушайте, а если... Сертификат о том, что мой нож не холодное оружие. Отправил их в пеший поход по городу. Понятно. Вот, зеленая версия. Самое начало. Как часто у вас, в принципе, спрашивают? Да, блин, наверное, каждый раз, когда видишь, что у вас есть нож. Вот самый старт. И здесь ровным счетом не фейхуа. Как бы я даже наверх забраться не могу. Обратно в комнату. Но я считаю, что идея закрытый замок. Ну, короче. Открыть и оставить только для чтения. Это была прекрасная идея, только она не работает, как я рассчитывала. Конечно. Ну да ладно. Ну да ладно. Так, раз, два, три, четыре. Смотри, по карте, может, есть лишний закуток. Вот это настоящая, типа, карта. Вот старт. Вот здесь старт. Да, моя сладкая. И что такое? Моя киса. Вот оно. Вот мы пробегаем. Вот здесь висит первый экран. Типа, нажми F4, бла-бла-бла. Мы пробегаем, пробегаем, пробегаем. Вот это фонари, фонари, фонари. Вот здесь была обманчивая эта херня. Вот она. Ну вот, обманчивая была. Простите, вот она. А здесь вот больше нету. Вот он закуток. Раз, два, три, на четвертом фонаре. Ты посмотрел прохождение, что там? Все несколько... Как? Да. Да, моя сладенькая. Что надо делать? Стереть стену. А эту идею уже предлагала. Что делать надо? Блять. Ну да, скажи, да покажи. Я думала, ты мне поможешь. She's a lady. Еще раз. Что, я зря игру заказывал? Но ты можешь поспособствовать ее быстрому прохождению, а можешь растянуть это прохождение. Ты же понимаешь? За страдания Викуля заплатил чеканами, бубликами. Да, да, это Абьюз заказал. У нас с этой игрой очень долгая история, потому что я в нее играла несколько лет назад. И мне было очень страшно, прям ужасно страшно. Привет. Вот. Вот. Но я игру пришла, наверное, где-то наполовину и сломала ее случайно. И прохождение дальше было просто физически больше невозможным.
Она не помогала, никакая переустановка, никакая... Ничего не помогала. Вообще. Она была сломана, и все. Но вот сейчас мы же придумали эту штуку с подобрать брошенное, и... Абьюз подобрал. А игра в брошенных, просто в дропнутых была. Opened. Она, насколько я помню, вылетает еще чаще, чем моды на сталкера. Она вылетает осознанно, ну то есть она специально это делает. Это все по плану, все эти вылеты. В Epic Story раздают фарминг симулятор. Ребята ждут, когда мы с тобой с ней, когда мы с тобой поиграем в нее в коопе. Вот. Она типа, там машину собирать надо, там надо ферму ввести, насколько я понимаю. Очень спорное решение. Ну, то есть оно... Да, у меня есть коопа, да, оказывается, я тоже не знала. Решение может быть спорное, но на момент, когда игра вышла, плюс, опять же, ты делал один человек, и он активно ломает в этой игре четвертую стену. Оно было любопытно очень. Прям такое, знаешь, вау, что прикольно, вы... Вот это вот все. Вот. Плюс вылеты, опять же, знаешь, как знак того, что игра у тебя не заканчивается, она просто, ну вот, живет у тебя постоянно на компьютере. Причините игроку максимальное количество боли. Сталкеры вылеты тоже по плану, только вот обязанности сохранения остались на игроке. Возмутительно. Я не знаю, что здесь делать. Я думала, может, как-то, знаете, остаться на этой стороне. Тыкнуть ее, остаться на этой стороне. Жопу прям прижимает, смотрите. Я не знаю, что делать. Let's go, let's go. Давай, как у тебя будет времечко? Можем. Надо, кстати, доки-доки еще закончить, чтобы не дропать ее. Если внутри игры ничего не помогает, значит, что-то не так вне игры. Но ведь... Ставить код зеркала, но я зеркало еще не находила. Нам нужно найти зеркало. Но почему open-то не сработало? Два слева, два справа. The gate is locked. The gate is locked. Бесплатный... Да. Бесплатный... What are you doing? Excuse me? Look at the mirror. Okay, I'm looking. Hey, what do I... How do I look? Look at the mirror!
Потому что просто надо было удалить файл нафиг. Типа полностью весь гейт. Понятно. Я просто рассчитывала, что... Ну ладно. Ой, смотрите, там всякое. Ой, там всякое. Страшно, конечно, пизданутся ребята. А, здесь пооткрывались все воротца. Твич перестал лагать. Наконец снова могу получать свои законные бублики. Но ты же мог и так оставить просто открытым... открытой этой херни. Help me. Помоги мне. Осколки стекла. Простите. Не люблю лабиринты. А в играх больше всего. Лабиринты и канализации. А вот опять же, если заводить тему о хоррорах, лабиринты и канализации в хоррорах обычно самая любимая фигня. Вот. Ага, здесь я пройти не могу, мне нужно опять отрубить, потому что... Да. Здесь я пройти не могу. Бублики капают за просмотр, если стрим поставить на паузу, капать не будет, и я бы... А, я поняла. Все, окей. Слушайте, как забавно они с этими баллами канала сделали, да? У тебя нет возможности никак это дерьмо копить до тех пор, пока ты, ну... Давай, дорогой, смотри. Смотри честно. Вот были бы тут еще записки, которые надо собирать. Вот было бы прекрасно вообще. Вообще было бы вот то, что надо. Так, вот теперь нам надо отсюда выйти каким-то образом. Так, это у нас зеркало. Вот сюда. Привет. Это опять ты. Здравствуй. Только ты уже одета. Ну, тут, да, тут надо вот осколки стекла собирать. Осколки зеркала. Вернее, не стекла. Мы собрали все шарды, но теперь я не помню, как мне надо как-то выйти так, чтобы я попала к зеркалу, но при этом чтобы зеркало... Там стоит. Что? Please. Что-то там мор. Please, что-то там мор. Love more. Окей. Спасибо. Вот оно. Please love more. Ой, сорян. Please love more. 5, 1, 9, 4, 7, 51, 947.
50 947. Ты не работаешь? Хочешь, чтобы я смеял? Спасибо большое. Но можно я как-нибудь без этого? Ключ от лабиринта мы использовали. Может быть, мне опять за сердцем надо. Я не удивлюсь, если мне опять за сердцем надо идти. На самом деле. Потому что, знаете, чтобы выйти, тебе нужно сердце. А, здесь я была. Внезапно прекращающаяся музыка особенно прекрасна, хочу заметить. Ага, подняться нельзя, окей. О, звуки щекочущих, я не могу. У меня то ли это звук такой специфический, на который я прям реагирую, то ли что. Но у меня прям... холодные мурашки бегут по коже. Это отвратительно. Ой, смотрите, что. А там могила уже. Она. Пикабу. Могила для нее. Они бы нагоняли атмосферу во время догонялок. Понимаешь, они бы могли нагонять атмосферу во время догонялок с Whitefacem в случае, если бы я... Отсюда пришла. В случае, если бы... Я была Whitefacem, понимаешь? А в данном вот тут оно так не работает. Тут меня догоняют, поэтому эти барабаны были бы для Whitefacem. Так нечестно, я считаю. Я хочу писить. Шо? Ну да. О. Station Key. А, блядь, я помню это говно. Надо будет со временем сейчас играться. Ты понимаешь, ты меня сейчас испугала, зайка? Иди сюда. Иди сюда, сладкий бубалек. Что началось? Что ты макаешь-то так? Господи, ты макать-то толком не макаешь. Что за... Иди на ручки. Слышишь? Мась. Идёшь, нет? Иди сюда. Давай наверх. Стрешенки, да. Бедная девочка, страшно одиноко. Ты даже побарабанить не даёшь. Не-не-не. По-моему, я помню, что это. Я не понимаю, где она.
мне кажется, я удаляюсь. FBI, open up. Нет, пожалуйста, не надо. Фу, блядь. Вика, уже смешно. Так, подождите, а как бы выход-то где? Какие ваши доказательства? Какие ваши доказательства? Метро! Ребята! Метро, метро! Ёпта! Train schedule. 7:45. Work. 8:23. Home. 0000 трус. Have a fine day. Вот так вот. Усы и хвост. 22:56 сейчас. Сейчас моя... A ticket machine. Нам сейчас нужно время переводить. 7:45 AM. Я, если правильно помню, здесь начнется какая-то срань. 7:45. Как нам это говно переделать? Как мне, блядь? Время. 7:45 АМ. Ключ поверни и... Прости, пожалуйста. Ты сладкий кот, ты сладкий такой. Сладкий вот эта буханка серого. 7:45... А давайте 0:00 сначала выставим. Ноль-ноль-ноль. Опа. Билетик. Метро-тикет. Ты еще и все загадки помнишь? Покажите, кота, иди сюда. Иди сюда. Опа. Буханка серого моя. Поезд уедет. I'll be back. Вот. Все, вот он, кот. Я могу опять камеру опустить на кота, будете смотреть на котяню. Пока она тут спит. Бай поезд. Че, ничего не бай поезд. Спят вот люди. Все как надо. I hope you reach the sign in a minute. There is a new file on the desktop, but I know it wants to destroy it. I hope it's still... If not, I'm sorry. My last will. To the once plane, there is a way to turn a new entity into data, but if it's... If it is... If it's of data we're talking about, then there must be a way to get rid of it. If you really want to delete Whiteface from your computer, there is only one way. Keep playing, keep watching. Okay. Продолжай играть и смотреть. Я в туалет хочу. Я, блядь, застрял. Все, отстрел. Бай, котяня. Нужно больше камер. Да, нужны камеры на котов всех, чтобы они показывали вам весь мой срачельник под... Да тихо ты. Так, а мужик, я не помню. Мужик-то встанет, не встанет вообще? Я не помню. Он лопнет скоро. Он лопнет.
Что я его накачиваю, видали? Дальше что смотрите? Хватит дышать мне на ухо, я тебя умоляю. Пассажирский самолет Бройлер 747 терпит крушение над водами Атлантического океана в течение 325 серий. Так вот, я пришла. Про поезд, по-моему, так и называлось. Train. Что-то знакомое, кстати, на самом деле. У меня ощущение, что я что-то подобное видела. Подождите. Я выставлюсь вперед. Вообще-то кот под одеялком. Так. Я не понял. Я сейчас не поняла. Алло. Отец. Come on, face. Так. Все, поезд приехал. Так, а дверей-то нема? Дверев-то все? А, поезд едет, алло. А вон она. Что значит come and face the truth? Вот я дальше не продвигаюсь. Так, мне надоело. У меня показывает, что я онлайн минус 20 часов, минус 59 минут, минус 11, 10, 9 секунд. Я, чё-то идёт в обратную сторону. Багляндия. Это скорее не Багляндия, это я не понимаю, что происходит, что делать. Come and face the truth. А можно мы время починим? Здесь ничего нового нет. Здесь my last will. Keep watching, keep playing. Это оно уже. Пикабум. Ну, это забавно, конечно. Да, придется наверстывать. Все, придется 21 час стримить, ребят. Куда деваться? Я не понимаю, что здесь делать. Я могу на нее смотреть. Ты сладкая. Сладкая пироженка. Слышишь? Сладкий пирожок. Я не знала, что этот отсчет времени, сколько я онлайн, он зависит от моего времени непосредственно на компьютере. Что с ушами? Давай, давай. Спать это хорошо, спать это благо. Вот тебе еще котик. I'll be back. График, все дела, все правильно, все правильно. So long, and thanks хорошо, for all снова. The fish. Чей хвост это тут? Это что такое? Что такое? Ты прошел процесс звичевания, добро пожаловать на Twitch. Нас здесь больше, так что... Давай, давай.
Так, я все еще не знаю, что делать. Пожалуйста, подскажите. Подскажите, я вас молю. Потому что я не понимаю, что мне делать. Вот где мои обнимахи. Не знаю. Я успел поздороваться с маленьким пушистым негодником. Пупырчатая принцесска у меня. Но очень, не очень любит незнакомых людей. Но мне позволяет себя тискать просто вот. Хоть жрать ее лапы. А, нам надо к этой пойти. Все, простите, я... Я потом другую покажу кошку. Нормально. Опа. Опа. Nice human. Good human. Так, верните. Я... Лжец. А теперь мы прощаемся. Если все пойдет, как я думаю, у тебя будет возможность... You'll have to shoot with left click of the mouse. Надо будет выстрелить левым щелчком мыши. But I have to say, I don't think it will give you bullets, I'm sorry. Но не думаю, что... Я должен сказать, что не думаю, что оно даст тебе пули. Шести хватит. Смотрел четвертую стену и понял, что ее нет. А, туда нельзя. Так, идем прямо. Хер пойми. Очень громко. Ага. Сейчас здесь что-то надо будет 6 кнопочек, 6 раз нажать кнопочку. Ты заставил меня думать о жизни. О появлении. Я изменилась по чуть-чуть, ха-ха. Мне правда не нравится то, что со мной случилось. Ага, вот оно. Хочешь, чтобы этот кошмар закончился? Убей меня. А, нет пуль, нет пулик. Пулик нету, пулик! Но я знаю, где они могут быть. Шести должно хватить. Этот звук мне делает прям... Коты вообще редко любят людей. У меня была кошка, которая била всех, кто к ней лез, включая собаку и хозяев, что не мешало ей приходить к нам в постели всей своей 7-килограммовой тужей располагаться на чьей-либо груди. Неплохо, неплохо. У меня две кошки, давай 6-32, ну нет, нет, сказано 6, 6 хватит, значит 6. У меня две кошки, и вот одна старшая, она с людьми не очень, ей прям нужно познакомиться, все такое, но при этом меня она безумно обожает. А вторая, это просто вот у меня есть кошка для себя, и есть кошка для людей, потому что ты приходишь, там прям... Человек, давай любить друг друга! Вот такое вот, знаешь. Что она максимально упоротая, максимально отбитая. Надо было бежать назад и стрелять. Подождите. Я перепроверю. 6, все нормально. Особенно в 6 утра. Человек, ты что, умер? Просыпайся, за окном уже светло. Да, да, она очень любит это дерьмо. Поэтому у меня кошка для меня, кошка для людей. Два. Три. Ага, ага, мне нужно бежать назад, отбегать, поворачиваться, отбегать. Я вспомнила, что в прошлый раз так и было. Нужно отбегать и пытаться в нее пердолить вот это вот все мероприятие.
проклятие. Шестого не хватило! Еще моя кошка не признавала когтеточку. Вполне неплохо обои дерется. У меня кресло распотрошенное в говнину просто. Раз, два, тун-дун-дун, три, четыре, тун-дун-дун, пять, шесть. Шести должно хватить. Распотрошенная просто в полную говнину, при учете, что у них есть когтеточка, которую одна признает, а вторая такая, you know what? Не-э. Похорони ее. Да и мебель тоже кровать сейчас, ну прекрасно. Конец. Но это, естественно, не конец, само собой. Ну, у меня воспитанная есть кошка, есть невоспитанная кошка. Ну что ж, игра против, да, я тоже так считаю. Вообще, на самом деле, она, конечно, не пройдена, но я предлагаю нам вот здесь и остановиться, потому что очень логично получается, очень логичный конец выходит, потому что мы закончили с ней.